Сегодня отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник появился благодаря истинной любви Петра и Февронии Муромских. Православные христиане считают их покровителями семьи и брака. Прямо сейчас мы находимся в ЗАГСе, где молодые одинцовцы сочетаются браком и отмечают свою бриллиантовую свадьбу Леонид и Ольга Станкевич. К нас пригласили для того, чтобы мы поздравили молодых, тех, кто вступает в брак. Вот у нас есть замечательная юбилярша, которая 60 лет прожила в любви и согласии со своим супругом. Это замечательный пример для нас. Это действительно большая редкость в наши дни, к сожалению. Очень хотелось бы, чтобы молодежь, глядя вот на таких замечательных людей, равнялась и стремилась к такому же крепкому союзу на столь долгие годы. Прежде всего нужно любить человека. Поэтому, когда ты любишь, ты прощаешь. Ты умеешь прощать какие-то ошибки, и без любви нельзя. У нас банальная история, мы познакомились через сайт. Это было 2 года назад, вот мы 2 года проверяли свои чувства, и сейчас решили пожениться. Один секрет – ценить, любить и уважать друг друга. Мы специально выбирали этот день, да, потому что олицетворяет как раз понимание семьи, да. Любви и верности. Современные способы знакомства – это соцсети. Отлично. Замечательный праздник, православный, христианский и, на самом деле, абсолютно наш русский праздник. Я считаю, что такой день должен быть не раз в году и не раз в 100 лет, а каждый день.